Приветствую вас. Я думаю, что ответа на ваш вопрос может быть то, чего вы хотели бы сами для себя. То есть, если вам нужны такие вот, знаете, ну, не совсем стабильные, не совсем надежные отношения, да, то в таком случае, конечно, да, вы можете легко вступить в отношения с человеком и как бы значит, продолжать их, ну, просто потому что вам это нравится, вам этого хочется, это то, что вас, ну, привлекает, да? Однако стоит иметь в виду, что будущего у таких отношений не будет, потому что мужчина, он не свободен, да, он женат, и, соответственно, всегда будет как-то вот, ну, делить, значит, себя, свое время, значит, свою энергию, он будет делить между вами и, соответственно, своей женой. Если вы готовы не быть единственной для своего мужчины, то мне кажется, что, в общем, вы вполне можете согласиться на такого рода отношения. Но если вы хотите счастья, если вы хотите гармонии, если вы хотите достоинства, то есть если вы хотите уважения к себе, если вы хотите достойного места для себя, да, то я полагаю, что в этом случае принимать предложение этого мужчины как минимум является опрометчиво, потому что это обречет вас на страдания, на унижение, на своего рода боль, на нестабильность, на неединственность, на принижение. И что самое главное, пожалуй, это то, что вы, ну, можете потерять свою самооценку. То есть, ваша самооценка, она могут, ну,
пострадать. Вот. А, существенно пострадать от того, что вы будете находиться в такого рода отношениях. Вот. Поэтому я предлагаю вам подумать для себя как следует, значит, сделать какие-то выводы и уже исходя из этих выводов что-то делать. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, потому что решать за вас это неправильно, я надеюсь, вы понимаете. Вам самой нужно принять решение по данному моменту. Но исходить я предлагаю именно из того, чего вы хотите для себя, дабы потом не было обидно. Дабы потом не было больно за то, что, ну вот, такая история с вами произошла. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.